что это за геморрой? Что это такое? Что это такое? Скажи, Юля, что это такое? Такой себе драндулет. Драндулет для сельской местности. Это бородатый член кружка. Приехал чинить Ford F-150. Оце он. Есть. Ку-ку. Это я, конечно. Лохматушкой. И почистим. Витальон, где тут еще? Вита. Ну, это, наверное, нормально, да? Нормально, по новой краске, блядь, лохматушкой. Ну, кто назовет нормально? Иди сюда, ты, пару точек. Пару точек, поставь пару точек. Животное. Ладно, ставим пару точек. Понабирай по объявлению. О, блин, а где масса? А ну будут тут чвиркать. Сейчас проверим. Будут тут чвиркать масса, че не будет. Серые глаза, бля. Три глаза, Серго. Будем ставить пару точек. О, отлично. Даже ничего не вижу, как-то. О, одна есть. Итак, шаг за шагом мы ее и починим. Серег, ты где, блядь? Слушай, когда маска не хамелеон, понял? А когда хамелеон, я ж бачу, что ты бумагу съешь. Ты че, блядь, капуста? А вы только не спалить. Не спалить, не сжечь этот тазик. Я думаю, не спалим, не должны. Наверное. Всегда надо добавлять, наверное. Я встретил вас. И все такое. Откуда такая дырка? Наверное, проила мышь. Мыши, наверное, проила. Ничего, мы заварим. Мы ее заварим. Сейчас зачистим и заварим. Варим, варим. Ай, хорошо. Как хорошо-то. Так, зачистили. Теперь заварим. Витальон, тут его надо сжимать или не надо, Вита? Стали! Включай, включай. Сейчас будем варить, варить вверх ногами, потому что по-другому не получается. Вверх ногами. Мы же не очкуем. Мы не очкуем, мы варили вверх ногами, варим и будем варить вверх ногами. Все, до свидания. Сейчас там еще закончим, да. Ай, мы молодец. Продолжаем. Продолжаем варить вверх ногами. Не с головой. Ну да, не с головой вверх ногами. Ну, я думаю, что оно дует. Ты понял, дует. Это. Сварка дует. Тепло? Нет, сквозняком. Что он не благословляется для сварки? Горгочек. Так. Что у нас тут дальше? Вот так. Просто. Мои, Серж, покажи, как мы заварили полностью эту прореху. Ту, что прогрызли мышь. Четенько вообще. Чуть-чуть подчистить, и будет все як шик. Гарный тазик Ford. Нам еще варить крыло. А сейчас будем варить дверь. Опача. Если на крыле на заднем был маленький отвор, то тут, конечно, мама моя виднесенька. Обнять и плакать. Ну ничего, мы не очкуем. Все будет good.
Красиво, мы отогнули. Вот так вот, красивенько. Кантик отогнули. И будем сейчас приваривать. От мы, так я. Начало положено. Начало положено, уже кантик начал вырисовываться. Вот такой красивенький. Скоро мы закончим мытарство. Ну, уже прорехи нету. Пролива ва-манш уже нету. Радует нас. Прогрызанную щель заварили. Теперь надо почистить. Навести кантики. Все будет вот. Вот наша масса. На такой страховке. Масса наша застрахованная. Ха-ха-ха. Отлично. Просто великолепно. Крыло прихватывали. Вот чик. Тут-тут. Тут поварили. Чуваки умудрились паять оловом. Ха-ха, просто смешно. Просто смешно. Я думаю, что такое? Оно серит куда попало. Оказывается, оловом запаяно для отвода глаз. Ты представляешь? Вон, олово. Пайка оловом. Пайка оловом. Сейчас мы зачищаем и варим с фаркой, аргоном. Пацарики, покажу вам поправку. Это просто дикий жахливый жах. Купил ты машину, чувак, купил машину. Чик. Заебись, да? Замечательно. Вдруг ты забыл и захлопнул сначала переднюю, а потом ты хочешь закрыть заднюю дверь. Что это за геморрой? Что это такое? Что это такое? Скажите мне, что это такое? Это у кого хорошая память. Машина для тех, у кого хорошая память. То есть ты должен в обязательном порядке закрыть сначала заднюю дверь, а потом закрыть переднюю. Это просто неудобство. Ты понимаешь, что неудобство. Так, кошмар, а неудобство. Фух. Вот так вот, друзья мои. Фух. Машину починили, крыло поварили. Сворачиваем удочки и будем отчаливать домой. Все, хватит. Спрашивайте, что мы делаем с этим F-150. Показываю. Вот здесь вот трещина была. Чик, заварили. Вот здесь трещина. Вот здесь развал был. Был кошмарный развал. Тут был карманчик. Такой был себе карманчик. Вот я это уже зачистил. Вот, чик-чик. Ну, еще надо почищать. С этой стороны. Чик. Тут. Чик-чик. Все. Так. Внутри. Внутри. Внутри тут мы приварили. А внутри вот здесь вот. Чик приварили. Ну и, конечно, крыло. Крыло. Чик. Поварили крылышко. Раз, два, три. И четыре. Вот, собственно говоря, что и было. Чем мы и занимались.